Все как в Париже. Боевики готовились устроить теракты в Москве по французскому сценарию. Речь идет об экстремистах, которые в августе атаковали пост ДПС в Подмосковье. Двум молодым людям поставили цель раздобыть автоматы и табельные пистолеты полицейских. Дальше террористы собирались устроить массовую стрельбу прямо в столице. Для этого готовили еще одну группу боевиков, хорошо натренированных. Их отбирали для второй части операции — стрелять по простым гражданам. По данным Лайф, сторонники экстремистов до сих пор прячутся в Московской области и столице. Как ранее сообщили следователи, руководил боевиками гражданин России. Он скрывался под ником Халифат Руфат. Мужчина отдавал приказы подельникам через соцсеть ВКонтакте, а сам в это время находился за рубежом. По некоторым данным, в Сирии.